значит, проверим. Сейчас первый раз еду по новому участку, 23. Это Мариинск, рядом со мной Фергюсон. Которые стоят на дороге, это специально поставлено, чтобы были ДТП. Занят, видишь? Блять! Вот такие тоже подлянки будут.
54 рубля. Дебил, что ли, на? Стройки, графики, 1920 яркость. Может, масштаб побольше поставить? Сглаживание, значение места сближения. Высоко, высоко, высоко. Высоко. Фары трафика. Текстурирование. Что это? Стройки. Графики. Изменилось, да? Изменилось. Thank you.
проверим стоянки. Так, сон работает. А что такая графика, блядь, ну, блядь. Да что-то я с настройками сделал не так. Вообще, топливо есть? 60 рублей. Реакция есть. Кто-то насрал, по-моему, попахивает. Да. Девственно. Готово. Вот ты посмотри, а. Мазя, ну как так можно, а? Мы же с тобой сидели на горшке. Бля, сейчас аварят. Сошка камеру разбила, блядь. Ты чё? Разбила? А как она тут оказалась? Она все время тут стоит. Чё? А зачем ты ее тут ставишь? Разбила, смотри, слышишь? Аккумуляторы, вон аккумуляторы, смотри, торчит. Как? Вот так разбила, как? Будешь покупать там 12 тысяч стоит камера. И аккумуляторы еще 5 тысяч. Все работает. А вот это что такое? Так оно у тебя до этого, наверное, торчало. Да, конечно. Ага. Он ударился аккумуляторами сюда. Не ставь сюда. А я сейчас покажу, что ты сломала. Что сломала? Что-то сломала. Пока не знаю, но что-то сломала. Что-то здесь не то. Провод загнутый.
Вались оттуда! Так, добрались до Усмановки. Усманка. Кемерово 122. ЧС. Блять. Тоже так же, наверное, влетел. Да иди нахер, блядь. Давай, иди вот так. Куда пошел? Накидайте. Мясо. Вася! Блядь, авария! Вот это тоже подляночка здесь такая нехорошая. Че объехать? Все испортил, блин.
ходишь по дороге здесь, блядь? Фергюсон, подожди, тут, блядь, ситуация такая, сука. Сука, так и знал, что спрежусь, надо. Ты что делать, блядь? Развеетесь, нет? Этот вряд ли он кабину захерачил. Разъезжаемся потихоньку. Справа не объеду, с левой стороны Мысли, блядь, педаль заклинила. Я же не нажимал крутить. Что, ямы, кочки? Thank you.
Ёбаная жизнь. Что происходит, блядь? Пиздец, экстремал, нахуй, ёбаная. Такая хрень тут ожидает. Иногда тоже попал, да, мужик? Сочувствую. Ёб твою мать, стоять. Ергисон! Какие волны здесь? Тут что за херня? Бочки, блядь. Бочки валяются. Можно сшибать. Фергюсон! Что тут происходит, а? Блять. Блять. Еще этого не хватало. Хана. Скамейки. Во, натворили дело, да? Бывает. Подставимся. Время не будем терять. Зажгем с 12. Такая подляночка есть. Сейчас мы ее проверим. Не получилось. Да. Не получилось. Сука. Мы поставимся. Это подляночка для тех, кто едет, допустим, за какой-то фурой. И попадают на такое. Они там проходят, видишь, чем они.
такими волнами. Укачает, не укачает, не знаю. Пожары, пожары, осторожно. Блядь, сука. Повезет, не повезет. Повезло. Реально повезло. Бензовоз горит нахрен. Быстрее надо проскакивать, блядь. Видимо, там загорелся от пожара от лесного. УАЗик, потому что, блядь, какой-то квадрат. Стандартный УАЗик. Потому что, блядь, подскочил. Пошли нахуй. О, полоса, когда нарисована. Пьяные рисовали, блин, полосы. Не надо, кстати, базы еще проверить. Рабочие, не рабочие базы. Говори, блядь! Бах! Нет. Конечно, нахуй. Твою мать. И этот еще врезался. Повезло. Но я еду так, короче, чисто проверить. А вы-то будете аккуратнее, чтобы довести груз в целости. Поедешь, нет? Стоять будешь? Стоять будет? Ну чё? А, ну понятно.
как бы красного яра. Сразу говорю, я не делал по Google. По Google делал, да, вот база вот с левой стороны этот Google совпадает. А вот местность горная, да, ну, потому что вот так. Так, базы, проверяем, базы, проверяем, базы. Что у меня тут? Так, ага, лесовозы есть. Здесь нету, но он будет все равно потом появится. Здесь стоят. Здесь, короче, сюда привозим с делянок лес. Отсюда забираем либо пустой прицеп, либо доски. Это одна база. Вторую базу проверим сейчас. Потерпите. Красный яр. Так, вот здесь еще база есть. Так, не габарит стоит. Не стоит, но он должен тут стоять, потому что сейчас мы обновимся во времени. Не стоит, да? Еще раз обновимся. Не габарит не стоит. Эти лесовозы стоят. Так, с неговоритом будем разбираться, в чем дело. Лесовозы стоят. Они пустые сейчас, как бы, да? Вот они пустые. Но если сейчас обновиться, например, да? Еще раз. Ну, пустые. Мы проверим, кстати. Они реально пустые или как кажется? Бревна 41 тонна. То есть бревна есть. Сейчас мы поменяем. Так. Вот, тот уже... А, тут другая телега, вот с бревном. Так, телега с бревном. Вот, та телега вот с бревном. То есть это тоже будет с бревном периодически. То есть она появляется, пропадает. А вот не габарита почему-то нет. С этим я буду разбираться, смотреть, в чем дело. У меня там есть еще один, блядь. Есть еще один, не говорит. Следующий поселок. Надо еще проверить, магнит должен стоять. Асфальт резали. Здесь стоянка, можно отдохнуть. Что? Так, магнит стоит. Черт, авария. Это тоже парковки и заправка. И здесь должен быть бензовоз стоит. Пожалуйста, здесь паркуйте. Да, бензовоз стоит. Габариту тут понятно, да? Проверим, если там не габарит стоит, дальше. Ну, значит, просто здесь что-то поближе поставим. Ребло. Скоризонное что-то. Еще одна стоянка в красном яру. Починиться можно. Это свадьба.
следующая конечная Златогорка. ФПС-ка, да? Дороги, блядь. Быстро нельзя ехать. Очень ехать тихонечко. Новосибирск 376. Что она вот такая в кочках вся. Дорога здесь ужасная. Дорога здесь ужасная. Нельзя торопиться, можно влететь. Кемерово 80, красная тайга направо. Разбитая дорога. Лучше не разгоняться, блядь. Техника справляется. Очень аккуратно, они больше 60 ехали. Видеокарта у меня 960, если что. Лампочки, check engine загорелся. Это не то с машиной.
добрались до Большой Златогоровки. Это конечный пункт 23-й редакции. Она выглядит не так, сразу говорю. Большая Златогоровка, она в стороне находится, там 5 домов всего. Но мне нужно было делать конечную точку, поэтому я вот ее сделал так. Если мы проверим базы здесь, с левой стороны. Так, один самосвал стоит. Не габарит, главное, стоит, нет? Не габарита нет. Переночуем. Самосвалы появляются. Не габарита нету. Будем разбираться с этим. Я знаю, почему они не появляются, потому что у меня только пол карты сейчас сделан. То есть, если мы сейчас посмотрим на букву М, то видно, что здесь не хватает участков. То есть, правая сторона есть, а левой стороны нету, потому что я не закинул сектора, которые с левой стороны. Я просто тестирую. Я думаю, что из-за этого, наверное, и нет ни габаритов. Мне главное просто проверить, нужно вот этот кусок. Не было тут никаких явных косяков. Камеры стоят здесь, если что, имейте в виду. Так, здесь у нас должен стоять междугородник и делянка. Они стоят. Вот два прицепа. И здесь у меня еще должен магнит быть. Значит, до Кемерово остается 74 километра. И здесь стоит магнит. Вот и все, в принципе.